Югорские реки в этом году выпустили 5 миллионов личинок муксуна и 42 тысячи мальков осетра. Сегодня о воспроизводстве ценных пород рыб говорят общественники. На заседании круглого стола пригласили представителя общественной палаты Янао. Напомню, Югра, Ямал и Томская область объединены одной природной территорией – Опертышским бассейном. Здесь водятся осетр, муксун, нельма, чир. Речные обитатели постоянно мигрируют вверх и вниз по течению рек в разные регионы России. Поэтому важно объединить усилия в защите краснокнижных рыб. Так, например, наш рыбоводный завод поставляет Ямалу самок муксуна для пополнения ремонтно-маточного стада. А Томская область активно патрулирует реки во время нереста сиговых, чтобы их не вылавливали браконьеры. Сейчас важно наладить выпуск молоди в необходимых объемах. Ценные породы рыбы за каких-то 10 лет уже очень сократились. Или же ушли на другие места обитания. По данным науки, для того, чтобы стабилизировать поголовье муксуна в реке, ежегодно надо выпускать не менее 50 миллионов мальков. Только при таком объеме ситуация может выровняться, и муксун начнет сам себя воспроизводить, и есть перспективы на то, что через 7-10 лет стадо начнет самовоспроизводиться.